Всем привет! Вы на канале «Всего понемногу из Германии». Сегодня каналу ровно полгода. Это знаете, как маленькому ребенку надо каждый месяц отмечать. Канал молодой, хотя хозяйка канала, как я говорю, пенсионного возраста. Говорим обо всем понемногу. Как жить в 55, как жить, когда грустишь за Россией, грустишь за Казахстаном. Но жизнь идет, говорим только о позитиве, только о хорошем. Плохое приходит, уходит. Многие проблемы, знаете, мы сами себе создаем. Я всегда говорю только про себя. Меня зовут Людмила. Я живу сейчас в данный момент в городе Дюссельдорф. Родилась в Казахстане, переехала из России. Молодая, 55 лет, сильная, смелая. По жизни живу без проблем и вам желаю того же самого. Вот в такие нелегкие времена нашего знаменитого коронавируса захватило, закрутило, знаете, и как вот этот вот рыбу выкинуло на берег. Надо было общение, решила открыть канал 8 марта, сделала себе подарок. Говорит и показывает Дюссельдорф, сказала и поехала. Так что вот были мы в Батуми, в мае были тоже в Одессе, сейчас мы с вами находимся в Одессе. Так что вот понемногу путешествуем, говорим о весе, говорим, кстати, когда я начала про проблемы, я была 136 килограмм, такой, знаете, тяжеловес, телепузик. К счастью, сейчас минус 54 килограмма, ребята. Но, кстати, очень даже этим горжусь, это дело нелегкое. Вот посмотрите, Батуми, вот я снимаю для своих любимых подписчиков, у меня самые лучшие подписчики. Обожаю, люблю и благодарна им, что поддерживают, советуют, комментарии теплые, добрые пишут. Но это как одна семья, у меня канал как семья. Так что, кто заскочил в гости, добро пожаловать. Подписывайтесь на канал, порция позитива, жмите на колокольчик, прилетит к вам. Всего понемногу. Так что сейчас мы, вот, гляньте, какая красота. Это Одесса, парк Горького, вообще шикарный. Знаете, когда мы же без политики, когда вот мне часто друзья говорят, ой, ты в Украину не боишься, там как, там что там. А там спокойно, красиво, такие же люди, больше встречается, как и везде, хороших. Я притягиваю только хороших. Знаете, плохие от меня бум-бум отлипают сами. Так что всем желаю здоровья, силы, веры, любите детей в первую очередь. Есть деньги, вкладывайте в них любовь, деньги, внимание, терпение. Не поверите, у меня два пацана, выросли они сейчас, ну, правда, младшему еще 15, но старший босяк 37 лет. Не представляете, вот это мои все вложения, вот эти душевные, денежные, не знаю все какие, сейчас они мне в назад летят. Он мне сюрпризы, он мне приятная, он мама. И вот, знаете, столько тепла, заботы, внимания я от него получаю. Ну, порой, вы знаете, говорю, сынок, так, хватит. Это уже все рамки переходит, ваша любовь. Но приятно же, согласитесь, приятно. Живем-то ради детей. Как я обычно говорю, мужей может быть 10, но дети одни. Как и родители. Любите родителей, у кого они живы, дай бог им здоровья. У кого нет родителей, царство им небесное. Я вам желаю всем силы, добра, здоровья, только позитива. Откиньте плохое, простите соседу какие-то неприятности. Любите друг друга, люблю вас по-человечьи. Всем пока-пока. Добавлю, что это я сделала такую нарезку, уже, правда, попрощалась с вами. В данный момент мы находимся в городе Одесса. Только приехала, еще тут 2-3 дня, познакомилась вот со своей подписчицей, прекрасный человек, одесситка. Жду солнца, хочу еще
зацепить чемодан солнца, увезти с собой в дождливый Дюссельдорф. Подписывайтесь, жмите на колокольчик. И, кстати, кто хочет поздравить канал, коротко напишите город, из которого вы меня смотрите, и пару слов. Это будет ваше поздравление каналу. Всем добра, мира и здоровья!